Она цеплялась за любовь. Уже стареющей рукою любовь надменно хмуря бровь. Китайский чай пила с другою. Столько обид на чудес. Да, дура ты, любовь. Не так живешь, не тех целуешь. Тебя как чудо ждут, а ты уже балованных балуешь. Свеча горела на столе, свеча горела. И слышу голос твой. Ты девица гордая, ты девица певчая. Всего-то ничего, боже мой, без тебя, любви родной. А уже так хочется, 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 хочется быть с тобой. Мам, такую или такую? Тонкую? Тоненькую. Аккуратно, мамочка. Я села на кончик твоего платья. Аккуратно. Ты сначала посмотри. Я смотрю. Так расскажи, что мама тебя рисовала, ты позировала? Да, пойдем, бабочка, принесем маме очки. Мам, где твои очки? Ну, они у меня в комнате. Ну, смотри, она и без очков тебя неплохо нарисовала. Это ты нарисовала? Ну, да, ну, это... И розу брать. Мы хотели, чтобы она постарше была. Она хотела, знаете, какая она будет. 10 лет. Это, конечно, чудно сказать маме. Мама, давай мы принесем тебе очки. Смотрите, какой самолет. Мы с Елизаветой будем запускать вот этот самолет. Привет! Я в твою сторону пускаю. Пап, я научусь этому фокусу. Пап, я не хочу, чтобы ты сюда зашел. Смотри фокус. Вот тебе маленькая тупа с кубиком. Клади туда. Что положить? Я вернусь. Кубик в тупу. Так, закрыл. Так. Теперь спрошу, какое там число? Какое там число? Один. Правда один, что ли? Правда. А как это так? А знаешь, папа, когда я трёс над духом, а там было пять, а стало один опять.